Всем привет, я Алина, а это Чейз, и сегодня он будет помогать мне делать обзор на новую коробочку Pet Shop Box Glammy. Не терпится. Итак, мы наконец-то посадили Чейза и готовы обозревать коробочку. Коробочка наша выглядит... Ну, кажется, нет, не посадили. Коробочка наша выглядит вот так, и в ней есть все необходимое, чтобы ваша собака была красивая, здоровая и ухоженная. Смотри, нравится тебе? Тебе нравится? Нравится? Похож на тебя. На вкладыше у нас тут небольшой яркий комикс и краткое перечисление тех продуктов, которые есть в коробочке. Чейз! Ах ты ж воришка! Небольшовато, нет? Отдай, зверюга! Отдай палку, зверюга! Давай договоримся. Первое, что мы видим, это лакомство от Organics, и эти лакомства Чейз уже заценил. Она в тебя даже не лезет. В составе у нас мясо и мясные производные со злаками, производные растительного происхождения, масла и жиры, минералы. И приехали они к нам из Нидерландов. Ну, я думаю, вы уже видели, как Чейз реагирует на эти вкусняшки. Давайте попробуем еще раз. Смотри, что у меня есть. А? А? Красота внешняя всегда начинается изнутри. Ну, я сейчас, конечно, не о внутреннем мире, а о питании. Поэтому у нас здесь есть еще две упаковочки с влажным кормом. Это у нас Аплавс. Где-нибудь есть по-русски? Есть по-русски? А, нужно вот эту штучку потянуть. Изготовлен из свежих натуральных ингредиентов полноценный корм для взрослых собак. В составе домашняя пицца, птица, свинина, морковь, горох, ягненок, 4% форель, витамины и минералы. Едой, кажется, закончили. Дальше у нас есть вот такая игрушка. А, животное. Зверюга. Зверюга перегрызает зайцу горло. Хоррор. Все, подожди. Стой. Стой. Давай, давай обсудим. О, классная штука. Здесь у нас есть маленькая расчесочка Tangle Angel. Ты маленький. Какой шпиц, такая расчесочка. Давай почешемся. Следующее, что у нас тут в коробочке есть, это питательный крем для собачьих лапок. Только не уходим, а сейчас лапы будем мазать. Здесь сзади написано, что крем смягчает, устраняет раздражение и шелушение, способствует заживлению мелких ссадин, царапин и трещин, восстанавливает защитный слой кожи после применения моющих средств. Способ применения обыкновенный, человеческий. Вы просто берете небольшое количество крема и втираете в кожу лап. Зачем проверять что-то на Чейзе, если я могу проверить это на себе? Я бьюти-блогер! У нас тут остался набор для шерсти, как я понимаю, шампунь, кондиционер в очень красивых баночках, но его я оставлю на сладенькое. А сейчас мы посмотрим, что это за стоматологический, зоогенический гель для зубов. Вот в этой коробочке такая небольшая ампулка. Применяют собакам и кошкам для гигиенической обработки десен и зубов, улучшения состояния слизистой оболочки, ротовой полости, нормализации кислотно-щелочного баланса и устранения неприятного запаха. И последнее, что у нас лежит в коробочке, для меня это самая интересная штука, потому что, ну, я же девочка, Чейзу не интересно. Anjou Botte – это профессиональная французская торговая марка. Продукция компании – это высококачественная косметическая линия для собак и кошек. Косметика разработана путем лабораторных исследований с учетом всех особенностей окрасов и шерстяного покрова животных. На сайте все эти продукты продаются в большом размере. В коробочке у нас вот такие небольшие миниатюрки, но этого объема, я думаю, хватит, чтобы протестировать как следует косметику и понять, подходит она вам или нет, и стоит ли покупать уже большой объем. Вот такая вот коробочка красоты получилась у Pet Shop. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте нам с Чейзом лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забывайте нажать на колокольчик рядом с кнопочкой подписки. Так вы будете получать уведомления о новых видео на свою почту. Будьте этим летом самыми красивыми и, конечно же, любите своих питомцев. Пока-пока!